блог со своего дня рождения, мне 18 лет! У-у-у! Да, с этого момента уже можно поздравлять в комментариях. На самом деле, я не могу до сих пор проснуться. Я какая-то сонная, спящая такая, знаете, все. Сейчас, пипец, уже почти 10:30. Честно говоря, я хочу есть. Вот я думаю, надо покушать и уже сделать себе макияжик, причесочку. Потому что мне еще и топать за пирожными. Ну и, в принципе, у меня больше никаких прям утром планов нет. Потому что потом с 2 часов у нас тусовочка. Вот. Но это самое главное, что мне надо сделать. Хочу сейчас вам показать, что сделала Женя. Буковка С. Ну, мы же понимаем, к чему намеки, да? Я просто такая дальше пошла по квартире, такая днем. Мы идем дальше, да, мы продолжаем. И здесь рождение. Но это же не все. На кухне мне ждало 18 лет. Прикиньте, как ребенок скреативил. А тут шарики, смотрите, большие. Фарики. Все мое. Все. Фарики. Короче, смотрите, я с фариками. Мне интересно, сколько их надо посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шариков. А, ну потому что у меня в комнате семерка стоит. Или знаете, как это? Я не знаю, как это. Типа 8 минус 1. Ну, можно 1 минус 8, но тогда это будет странно. Потому что это будет как в отрицательном. Ладно, это очень странная математика, не вдаемся в подробности. Так, короче, вы стоите непонятно где. Всем хай! Жене очень приспичило подарить мне подарок прямо сейчас, поэтому мы записываем реакцию. Давай. Хочу тебя поздравить с твоим 18-летием, теперь ты стала старше. Ну да, уже кости ломят, все понимаю. Но я тебе сейчас хочу подарить такой подарок, который ты мне говорила, что ты хочешь. Поэтому сначала вот просто подумай, что это может быть. Зацените. Женя говорит мне вспомнить, что здесь может быть. Что-то у меня амнезия какая-то, я не помню. Ну вот сейчас ты увидела немножко. Как ты думаешь, что? Я не поняла вообще. Я надеюсь, что это не очень что-то дорогое, но при этом, что я этим буду пользоваться. Какая-то коробка, она запечатана. Я вообще не понимаю, что это. Коробка в коробке, упаковка в упаковке. Я слишком люблю подарки, извините. Я прочитала, что это. Еще одна упаковка. Я просто знаю, что там написано. Давайте, пишите в комментариях, что это может быть. Кажется, получилось. Я устала уже распаковывать. Так. Ладно. Вот такой цвет. Что-то он, как бы, знаете, мужской какой-то. Это не мужской, это оранжевый. Эти босички мой. Блин, он прикольный. Сейчас мне посоветовали, сказали, сейчас очень популярна магнитика. Смотрите, какой. Какой фалетик. Прикольно. Слушай, а вот здесь вот так и должно быть? Да. Это туда лучше ничего не наложить, но вот там кармашек есть. Для денег. Для мелочи, для карт, для всего. Круто. У меня карточек много, да. В самый раз. И мы идем обниматься будем. И спасибо. Я хотела кошелечек. Спасибо. Довольная Еленушка, потому что уже получила первый подарочек. Мне кажется, у меня сегодня целый день будет разрываться телефон от всяких там голосовых, телеграмм, и вообще там будет бурлеть все это дело, да. Я хочу начать краситься. И, если честно, я не знаю, что у меня получится, но я надеюсь забабахать стрелки. Ставим ставки, получится ли у меня стрелки сегодня. Я хочу какие-нибудь такие приколы. Всем привет, это мой супервлог! Мне, как всегда, не дали сказать ни слова. Так, почти вся компания, кроме двух людей. Как всегда, Егор опаздывает. Это нормальная ситуация. Егор хотел не опоздать, в итоге пазики сказали, иди ты лесом, ты опоздаешь. Семен у нас тоже опаздывает, поэтому мы пока шестером. Так, показываю наш стол. Я вот эту пиццу попробовала. Ребята ели уже сырную. Серёж, закрой, это она остынет. Мне не нужны нежные поцелуи. А, что-то мне нравится. Я не такой, мы остаемся вдвоем.
свой костюм. Тебе так нравится велюр. Ты нашла золотую юру. Даже не знаешь, что наш сын не любит шоколад. Он так кричит руками, повидает его. Смотрим на небо, и между нами тает лёд. Теперь нас остановит всё, мы промокнем под дождём. Сегодня мы только вдвоём. Между нами тает лёд. Теперь нас никто не найдёт. Мы промокнем под дождём. Сегодня мы только вдвоём. Между нами тает лёд. Я давно уже читаю по слогам. Я давно не доверяю лишь словам. Я давно все выбираю в этой жизни сам. Знаю, сколько было у меня под ним. Знаю точно, Thank you.
поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, ссылка на паблик на твиттер, на ВК в описании. Итак, сейчас я слишком простый, тебе больше не верить, и крепость твоя не та. Сейчас мы будем налить вода. Ой, даже не знаю, что там, как интересно. Я не буду предполагать, если... Да, ну короче, читайте книжки. Ну там так написано. Ну что, вам сегодня 18? Сейчас я просто речь не придумал, почему это моя время тянула. Давай. Макса нет! Кто угодно! Ну или еще Тима не взял. Я ну все, считаю, отомстил, короче. Максим, предлагаю отомстить ему в следующий раз в бане. Будем брать его за руки и ноги, его просто упасти. Я предлагаю прямо сейчас отомстить. Фиксируйте, давай. Фиксируйте. Вот этот вот. Я знаю, на что я потрачу деньги, но не все. Вот тут вот меня хотят бросить в бассейн. Я потрачу! Мать, короче, это тебе на учебу, короче. Нет, а ребят, погода хватит. Я вам расскажу потом, на что я потрачу эти денежки. У меня уже есть все. Какая? А я вообще перед тем, как платить, это знаю, просто потратить деньги, которые платят. Вот смотрите, если вы меня будете звать на день рождения, сразу думайте, что у вас будет два. Уже почти 500, понимаешь, почти. На прошлый день рождения было 200, а в этом... Три раза больше. Я молодец. Тихо. Сереж, чуть поближе подойди. Место. А там не видно вас. Тогда дальше отходите. Тогда дальше. Не знаю. Миллион подписчиков, если что. Да ладно. И на следующий день 999 тысяч. Нифига. Серьезно. О, это тот самый скетчбук, который мы сняли. Да ладно. Серьезно. Лена, а можешь теперь для всех пояснить? Сейчас! Сейчас она пишет. Там скетчбук, я увидел сразу. Я еще в конверте. У меня все видно, не знаю, что вы там сидите. Куда вы смотрите? Это понимать только мы вдвоем, Сережа. Если
Все в порядке. Я надеюсь, вы услышали, что он сказал. Потом коммент включил. Вот этого человека я буду приглашать 50 раз на один и тот же день рождения. Потому что каждый раз будет 2000. Будет 100 тысяч? Да. А ты умный. Ну, нормально, нормально, да. Димон, тебе когда 18? А? Тебе когда 18? А, ну, чуть-чуть осталось. Ты что, облазил опять? Да. Лена! Лена! Я придумал, на какую надо было фразу сказать. Когда я тебя на свой дырчик приглашу, можешь мне их передарить. Ну ладно, почему-то только сейчас дошло. Иди ты. Мы тебе кружку подарим. Кружку? Да. Класс, давай. Пожалуйста. Ля. Ля. Что? О, ё-моё. Давай на камеру. А, он еще и хочет. Так, снимай, снимай. Сейчас, передай сейчас. Насколько близко надо не контролируй. Давай, пиратов. Еще ближе. Теперь туды. И чуть ниже. Класс, все. Ё-моё. Смотри, Димон, на 600 человек прославился. Да? На 600 человек прославился. Через месяц уже 3 косаря будет. Верни подарки. Там что-то такое будет, знаете, там целый шумик. А так не видно. У вас шоу будет? Охренеть. Елена такая. Ты стой, смотри, не смотри. Смотри, не смотри. Нет, вот ты вот так стой, я буду говорить, пусть она дивится. Макс, вот туда, вот чуть вот для кадра. Нет. Вот, и вот так. Лен, а ты оборачиваешься на 180, чуть стой. Побольше. Лена, днём рождения, сейчас ты доловят. Там называют координаты Польши, если что. Туда будет ракетно-бомбовый удар наноситься, все нормально. Можно считать нормально. Вчера себе. Да, там. Смотри, довольный. Чего? Ну, вы туда садитесь на пуф, они немножко помялись там. Какой я черт. Давай. О, Семен. Если что, он не приклеен, гирлянду можно, если вдруг перегорит. Во-первых, мне лампочка, ну, это меняется, но если батарейки не сможешь, ее можно все вытащить аккуратно и новую. Тут 5 метров. Блин, я хочу теперь это забрать во всягу. Заберу. Нет, это мне. Как мы завтра все попрем, все мои вещи, скажи. Ну, а потом ты приедешь, потом заберешь. Там заморозка, что-то фены так-то. Ну, я могу, в принципе, на себе донести. Прощайте за сон. Посяй. Силаешь две сумки, которые висят. Иди поставь, пожалуйста. Поставь. Марин, ты сейчас собаку скрывала? Пойдем. Я на своей спине покажу. А здесь вот эти вот маковозы. Слушай, может, на голову? Вот на камеру-то скрываешь. Он же не блогер. Она тебя снимает. Тебя горизонт завалили. Так, короче, здесь вот такая вот... Подметать Лен будет. Согласен. Видимо. Так, я положу... Так, я тут нашла клубничка. О, прикольно, это мыло. Так, и тут вот я уже вижу, вот это я не поняла, что это, но это что-то прикольное. А это ты сама читала? Что это такое? Ну, вытяжки-то. Что-то с коллагеном связано, ладно. Так, тут масочка. Ну, старость вчера... близка, поэтому надо омолаживать. Ай, старость! 18 а лет только. Простите, я теперь вся в этой фигне, короче. Простите. Знаете, что тут? Давайте, у кого есть предположение? И сумка! Она вся в этих... Прикольно. Нихера себе, какая стильная. Ну, вы прям вообще молодцы. Рымышок. Он тоже в этих вот всех теперь.
Так, это то, что мне нужно, потому что я без ремешка жить не могу. Так, я тут полазю, короче, тут. Приятного аппетита. Спасибо. А это зачем? А это сумочка. Да, чтобы перевозить. Чтобы не царапать ее. Нифига ты что продумал. Пыльник. Короче, вот эти штуки прикольные, здесь их очень много, мне нравится. Там это еще не все. Там щитер? Да. И на стол. Да нет, давай вернем. Да, она станет туда спиной. Да, какая разница? Так, сумку мы сейчас отдельно встроим. Ну, там даже. А, да, я тоже. 5 минут. Во, короче, у меня идея. Или мало. 5 минут. Что это? Теперь у тебя есть куда клеить. Блин, клево. Это стикеры. Это стикеры в такой, это круто. Блин, их так жалко будет использовать. Они такие красивые еще в такой. 5 минут. Помнитесь, те, кто в ссоре. Так, у нас мини-распаковка сумки. Че? Я хочу внутри посмотреть, что там. Как там нет ничего? Что ты не понимаешь? Вообще. Ой, еще на моих этих сумках. Короче, приходим. У нас прям это вот таких масок. Здесь тоже все. А наши маски лежит. Слушай, вот это мне тоже нравится. В моей сумке тоже черная. Не отвечай. Слушай, можно было свою черную не брать. Сумку, короче, в эту все положить сразу. Ну, мы эту запихнем туда, пойдешь с этой. Короче, это классно. Там вот это еще можно поперевешивать. Она снижается. На одну сторону. Не, ну, в принципе, мне просто туда подойдет. Я уже хочу это положить. Тем временем играет песня с Новым годом. Ну, с Новым годом, да. Да, Новый год. В сентябре. Ну ладно, в августе. Как подарочка, короче, её это. Где? Да идите, обниматься, чего сидите? Главное, что ты довольна. Ну ты пока это разглядывай. Ой, ёб твою мать, блин, твои ноги. Дима, да ты кадр загородил! Уйди, не видно! Можно, да, Макс? Да. Второй раз тут уже. Пока я пьяная, можно. А сейчас, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наблюдать за видом 18-летней. Да-да, сейчас. 18-летний обыкновенный, который прямо сейчас все еще находится в шоке от подарка. Вы посмотрите, какая красота. Да, да. Может попросить денег? Привыкла жить одним тобой, одним тобой.
Встречать рассвет и свежий, как проснешься, не со мной. Не стало так легко дышать в открытые окно. И повторять, не лишь одно. Ты будешь ёлкой на капельном общем, под этот горный атомит.
же точно меня не набить. Я слишком белая, чтобы свернуть пути. Слишком преданно, чтобы кого-то любить. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear birthday, happy birthday to you. А, еще? Ну, может, по-русски давайте. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Лена, а с днем рождения тебя. Ура! Но за деньги, да, за деньги, да, за деньги, да, где деньги, да, за деньги, да. Ну все, все, больше не будет. Так уйдем. Мои уносят меня и уносят меня в звенящую снежную даль. Улетаю я так далеко, очень далеко. Не найдешь меня, не поймаешь. Мимо пролечу, не узнаешь. Целого легко. Улетаю я так далеко, просто далеко. Разными, белыми, красными небо различу я. Есть то место, али его нет.
А мы продолжаем наше шоу! Сём, а как отсюда выйти? Так, у нас технический шоколад, товарищ. Как
он встанет сейчас, его видно. Нет. Все равно три. Одно-ной! Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy.
crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body. Это я! Это я! Женщина, я не танцую! Мы уже вышли из кин-кафе. Время, на самом деле, летит очень быстро, я вам хочу сказать. Потусили мы обалденно, мне кажется. Вы все довольны? Да! Ну, вы слышали хором, да? Марина, а куда мы идем? А, мы идем... Помойку. Да, мы идем на помойку. На мойку? Идем на мойку или на помойку. Ну, в общем, стараемся людей не терять, идем. Да, подарочки классные подарили. Ну, с ребятками, я думаю, это последний кадр, который я засниму, иначе у меня реально память откажет. Совсем. Ну, это на этот телефон последний кадр. Ну, да, да. А на другой телефон не факт? Да, 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 да. В общем, все такие счастливые, довольные. Нет. 18 лет уже. Забирай меня скорей, увози за Самарей и целуй меня везде. Я взрослая уже. Это мы с Мариной сейчас, вдвоем такая идут, что-то там обсуждают. Дома мама приготовила праздничный ужин, к нам еще пришли друзья, меня встретил невероятный тортик, шарики, цифра 18 лет, это просто было невероятно, я была настолько удивлена, родители мне подарили очень классный подарок. Я вообще очень рада, что получился этот влог, что вы тоже можете хотя бы на чуть-чуть почувствовать эту невероятную атмосферу. Я так рада, что я увиделась со всеми своими друзьями. И вообще я увиделась со всеми, с кем хотела именно в этот день. Это просто что-то невероятное. Столько эмоций и прекрасных подарков. Семен, большое спасибо за видосы. Они очень помогли влогу. На этом я с вами попрощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вернулась. Буду радовать вас новым-новым контентом. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.